Костел Успения Пресвятой Девы Марии в Пинске, а главная городская святыня у католиков. В светлый праздник Рождества он украшен живыми елями. Само же Рождество начинается с восходом первой вечерней звезды, вестницы рождения Христа. По традиции, центр мессы – колыбель рождественского вертепа с Вифлеемской звездой, символом того, что Христос родился. Классический сюжет – святая семья и пастухи, которые пришли поклониться новорожденному. Рождество Христово – событие, положившее начало новой эры человечества. Поважанные верники, поважанные жихари города Пинска, поважанные верники Пинской диоцезии, сердечно вас віншую святами Божьего народження и с новым 2023 годом. Мы, католики, починаем Божье народження святкувать, вспоминаючи таємницу Божьего народження. Иисус пришел в этот свет тихо, незауважно, а Его первая привітала Найсвятейшая Мария Панна, святый Юзеф, а так само пастушки. Апостол Ян написал: «Слово сталося телом и поселилося помеж нами». Это великая таємниця, якую разважаем подчас Божьего народження. Это период, с одного боку, вельми коротенький, а с другого, вельми вимовный. До его веде адвент. Тады на подчас Божьего народження спотыкается сім'я разом. Я жадаю вам, каб гэты перыяд Божьего народження у вас был радостный и веселый. Жадаю миру и спокою у ваших семьях и у нашем громадстве.